Не только в латвийских регионах, но и в столице нехватка детских садов – острая проблема. Очередь в муниципальные дошкольные учреждения сохраняется. Для тех, кто готов платить, есть сады частные. Но в следующем году расходы родителей увеличатся. Насколько подсчитала Виктория Терентьева. Родитель не имеет права на ошибку, говорит нам молодая мама Юлия. По семейным обстоятельствам рижанка отказалась от мест в двух детских садах. Отдала дочь в частное дошкольное учреждение. На третий месяц в софинансировании Юлии отказали. В садах, куда они хотели попасть раньше, появились свободные места. Однако резко менять только-только сложившийся уклад жизни дочери Юлия не захотела. И осталась в частном детском саду. И уже сейчас полностью оплачивает услуги присмотра за ребенком. Это достаточно дорогое удовольствие. После, без финансирования, наша общая сумма получается где-то 350 евро. То есть 270 евро стоят сами услуги сада, плюс 4 евро в день за питание. А до, когда мы получали финансирование, это, соответственно, было примерно там 118-120 евро, в зависимости от того, там, на сколько дней ребенок ходил и не ходил в сад. Сейчас в очереди на место в муниципальные детские сады Риги стоят более 1000 детей. Последние 3 года частным садам доплачивало государство. С нового года не будет. Как уменьшить очереди в муниципальные детские сады? Эту проблему будут решать вместе с Министерством окружающей среды и регионального развития. По решению премьера Лаймдота Страуюма глава ведомства Каспарс Герхардс начал переговоры с самоуправлениями. Первая встреча с рижским мэром. Мы обсудили специфику Риги. Если Сейм поддержит поправки к закону об образовании, Кабинет министров разработает методику присуждения софинансирования. Пока же столичный муниципалитет сделает небольшую надбавку со своей стороны. Сейчас софинансирование составляет 132 евро, а со следующего года оно составит по крайней мере 160 евро. Сейчас очереди в детские сады сохраняются в Лепое, Елгове, Сигулде и еще в ряде самоуправлений. Я думаю, что количество детей в частном саду сократится значительно с января, потому что очень многие родители просто не могут себе позволить платить за частный сад такую большую сумму. Это значительная сумма. Виктория Терентьева, Марис Юргенсон, латвийское телевидение.